Слушайте, пишет мне какой-то Валера, пишет Наталья. За то, что вы так грубо обращаетесь с подписчиками, вас нужно лишить диплома психолога. Вот, Валера, смотри, чтобы лишить меня диплома психолога, мне сначала нужно дать этот диплом психолога. Потому что я же не психолог, я стендап-комик, я никогда не была психологом. А то, что я знаю какие-то термины из психологии, так это, Валер, потому что я читаю книжки. Книжки — это такие прямоугольные штучки, там бумажки внутри с буковками. Почитай, Валер, тебе поможет, честное слово. Прекрати читать вот эти бумажные книги, которые в рулонах, без букв. Они не помогают тебе, Валер, ты же видишь. Просто, чтобы вы поняли уровень развития Валеры, я ему написала: Валер, я знаю много терминов из психологии. Синдром Аспергера, деменция. И он мне написал: деменция — это что-то из Гарри Поттера? Да, Валер, это что-то из Гарри Поттера. Читай, читай, которые не в рулонах, а которые в прямоугольничках.